Хорош. Заряд установлен на цели браво. Он сейчас будет. Бери патроны, все для тебя. Я заметил пулеметчик к востоку от вашей позиции. Востоку от вас, похоже, вражеский снайпер. Блин, они очень жестко попали. Да реально не скрываться в темнотаж. Вижу вражеского пулеметчика. Он к подступу от вашей позиции. А, ну и потом стреляться. А мертвым стреляться. Пираты там уже не собирал. Вот твои патроны, парень!
Бля, у меня нет патронов. У меня тут патроны для тебя! Я же нашел замок. Вот твои патроны, не стесняйся. Какие планы? Я понял, Оффлейм. Как дочить? Думаю, И пока к нему. Твоя База под нашим контролем. Обе цели нейтрализованы. Прием. Эти планы, а кто-то не может так меняться.
О-о, я знаю, Антон Патрон. Как ты, блин, еще? Запад от вас, вражеская техника. Да. Я сейчас на поставлю там. Не, не туда, не на улице. Угу. Они тут постоянно присутствуют. Надо будет гонять еще. О, разрушать все. Сами разрушил. Эти планы. Набирай уже! Ой, да пошел. Пизду, сука, ну вот, блядь, вот. Этот снайпер там лежит, не там не приходит. Тут немного патронов, вот они.
А, блин. Это странно было. Блин, я уже два раза ставлю дорогу, не понял, что получится. Не могу начинать раздражать. Ой, прям поджидают. Самолет уничтожен, что ли? Ну, все. Восток от вашей позиции поможет вражеский снайпер. Ну, я все. Ну теперь я на вас посмотрю. Ты бомбишек, нет, вообще? Офигеть. Теперь они на нас. Ну, глянь, ну, тут пистолком на раунд проебывается. Нужен брат! Бля, чуваки, не бесите меня, иначе я сейчас позвоню. Откуда ты там хоть что ставил? А, кто убил, убил? Нет, все, нет, не было рабочего. Пацан, нахуй.
Охренеть. У нас на холме кто-то появился. Блять, да откуда шлёпает? Осторожно! В вашем районе... Так, ладно, сейчас снимем его. Уходишь? Я вот тоже дома еще чуть-чуть.